Естественно, что я могу на этом же движении и вперед вытащить. То есть, если я, например, повел своего партнера, и он не успел среагировать, начал за мной шагать. Побежал, хорошо, я сразу по ходу делаю бросок вперед. Но это мы уже с вами немножко поделали, да, то есть такой. Поэтому бросочек назад сейчас. Партнер успел сесть. Вы начинаете его двигать. Он садится. Вот давайте сейчас поработаем над этим. Делаем один разочек. И попробуем теперь вот такую штуку. Добавляем в это движение раскрытие чуть-чуть. Чуть-чуть раскрытие. Подготовки к броску вперед. Да? Когда мы тянем и еще делаем вот это, у партнера создается полное впечатление, что сейчас меня будут бросать вперед. Поэтому он начинает еще сильнее садиться. И ваша задача из этого перейти к нему. То есть теперь мы возвращаем. Натяжение есть, как резинку. Натягиваем, натягиваем, натягиваем. И приближаемся к нему. То есть примерно, если на месте, без лишних шагов, я начинаю здесь, пытаясь сдвинуть. Да, у него реакция появилась, у меня нет возможности бросить вперед. Я приближаюсь к нему. И теперь то же самое мы в движении сразу попробуем, потому что здесь ничего сложного нету. Встали, начинаем. Раз, два, три, четыре. Раскрыли. Раз, два, три, четыре. Раскрыли. Вот это. То есть как только я начал, сложного ничего не будет. Раз, два, раскрыли. Поэтому, когда он не ожидает, получается хорошо. А, но сейчас нету задачи прибить вашего партнера. Не прибиваем. Мягко, давайте. У нас сейчас два варианта. Тому, как он удобен. Оучи, оучи, гай. Не имеет значения. Ход очень простой. У нас стойкой. Стойкой мы его режем. Я это называю резать стойкой. То есть мы не стоим с ним вот так. Я ему разрезал. Создал ему некую линию, угрозу. Например, броска вперед. Да, здесь. И начинаю его за собой здесь тащить. Чуть-чуть дал, реакция возникла. У меня либо сюда под шаг, либо сюда. Как заходить? Тоже вас учить сейчас не буду. Потому что есть крестный шаг, есть просто под шаг. Кому как удобно. На зацеп можно входить и так, на получивание. И так. То же самое, коучи гайки. Так. Одинаково. Кому как удобно. Там это будет потом зависеть от того, какая нога ближе, какая стойка, не стойка. Там удобно либо крестно подходить, либо туда. Но это сейчас не имеет значения в данном упражнении. Просто потащить. Можете даже без раскрытия. Начинаем. Раз, два, три. Хорошо? Давайте. Партнер, очень важная работа.